Блять, все-таки не стоять пришли сюда. Все, все вы. Надо, стойте, еще два тела сюда нет. Сейчас еще хаба зайдет. Так, сейчас умрем. Сейчас он зайдет. Изи, давай танком. Скарлет. А чё у тебя? Ага. Ну а кто уголы тогда давай в танк? Вот уголы есть танк? Перенесися. Углы есть танк? Блять, спекайся. Так, смоним хабу. Все так, знаешь, как будто это для да тебя долго так... я не могу, это долго? Не люблю, когда долго тормозится сбор, все стоят, что-то кажется, все, принимай смон, пошли вниз. Если такая херня. Хилы, значит, кто там, Холи Палер, Дру, Шам. Втроем захилить, я думаю. Задамажить сейчас этих гусей всех. Все, все тут запускаем. Здорово! Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний. Если бафы. Давай подумаем. Тут углы прота. Каски уже кто-то бафает. Ну, значит, не бафы, ничего. Тоже. Что-то бафайте, короче, чтобы что-то было, и все нормально будет. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Короче, в багровом круге ты напрасно тратишь наше время, паладин. А групп тут стоит. Бля, да я вагоном пошел просто. А? Быстро пронесем, еще резко пойдем. Правого червя бьем.
Иди парей. А зеленые люди заранее к танку передвигайтесь. Второго человека. Я вот к нему сразу пошел, был близко и сразу скинул, как появился баф. Следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Чего вы танчите, я не понимаю. Алло. Я тоже. Скарлетт, ты в танке вообще? Мне такси. Вы, значит, спите. Не спите. Отбегаем, скорость прибавляет. Выведи босса, назад пробеги немножко, вне поля зрения этот уёбок. Сука, стою, тыкаю, нахуй не могу, блять, кастануть нахуя. Все чудовища повержены! Как дела? О, чертёж. Чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Вот это рост. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Блин, не было бы этого базарства, можно было бы отключить. А я завис. Все зависли. Ты повисло, да? Да, диском похуй. У меня нормально все. Не знаю чего. А вот все зависло. А, отчет идет. А вот сейчас. Три-четыре минуты покурите, чай налейте, потом подходите. Убили посланника просто как красавчики. Так. Его запускать надо, да? Заходите быстрее всего. Одно-два тела останется, будем запускать.
голые фибрилляции остались. Так, фибрилляция осталась. Бафы там давайте. Фибрилляция заходишь? Все, давайте бить, короче. Привет. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Кто на пол? Ничтожный гном! АДК. Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Пусть полотенчик. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Я не могу прочитать это заклинание. Это заклинание... Давайте, Геру. Поставьте босса в центр. Куда бежишь ты? А он по рейду ходит, танка нет. Что, забрать на себя? Нет. Может выскадать? Нет, танк танчит. Скарлетт почему-то АФК стоит. Важные дела появились, муж. Печать там какую-то, говорят, порчу поставь. Вот от кости! Если этой меткой захиливать надо, а не бегать. Дал гиб на хп, теперь что-то делать. Тоже дать? Не, уже не надо. Я пока не могу прочитать это заклинание. Смотрит вообще туда. Просто добивайте этого пидора. Может, он натурал? Он демон. Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. Добрый день. К воротам отходим. Вы победили демона, и теперь вас ждет красный новый щитам. Противник. У кого танки есть? В следующем бою вы встретитесь с могучими людьми только. Серебряного авангарда. Давай, спекайся. Родище, далеко не спекайся. ПВП тоже может лечить. А шмот есть там? Ну естественно. А, ну все, спекись. Я требую справедливости. Там разница небольшая. Позволь моим Гугл есть там? Сражаться вместо ДК. Твоих рыцарей. Да, но он 4500. Ну ладно. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Спект. Сражайтесь во славу Альянса. Вот этот
Деланиэль, который... Деланиэль или кто-то из вас, короче. Спекайся в своего танка, там 5к у тебя есть? Спекайся. Будешь на ласте мобов танчить. Так, давай посмотрим. Виталик Кун, твой вар. Дальше. Рога Родича. Дальше. Кто там у нас? ДК. Отводить в сторону рога. Даешь станы, замедление, таун, ТПКД. Кидаешь на Виталику, на Виталику на тебя эту бдилку. Если нет бдилки, ты на него кинешь просто. Не могу я кинуть, нет у меня. Я говорю, если нет, то он на тебя кинет. Нет. Чтобы при ударе по тебе у него обнулялся таунт. ДКшника держит Актулгалы. Деланиэль, ты будешь держать там. Смотрим, сейчас кто там есть. Так, Самула, Таэлен. Кулипал. А ты просто Деланиэль. Бегай, и если вдруг рога, треугольник, будет убегать в рейд или крестик, то будешь им помогать. А также сало хилам, стан по ситуации, по контролю. Так. Как же. Рога, о, этот, Тофа, сидишь на дереве. Это луна, даешь стан поочередно с вихрями, чтобы он не кастовал всю хуйню там. Так, ну давайте кого первого бьем звезду. После звезды кружок, а потом дальше подумаем. Чек на пул. А мне кого держать? Вара, квадрат. ПВП играем, все как обычно. Этот Google, вытянешь звезду к нам в рейд. Все, начинайте. Скарлет, танчи по ситуации кого-нибудь, кого хочешь. Все, бьем этого дурака. Тирия, забирайте. Шапула. Звезду. Кружок вытягивает. Кружок. Все кружок играем. Звезду. Слышно? Теперь слышно. Привет, Гарри. Привет. Потом месяц играем. Давайте месяц. Пробу заберите, оттяните месяц в центр.
Давайте звезду. Давайте квадрат. Сразу к воротам отходим. Идем к воротам сразу, что сейчас босса запускаем. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Так, все берем черного. Скарлетт тут. Бери черного, а кто голый белый? Да. Хорошо, я не белый уже взяла. Ну, возьми черного. Танчишь правую, все бьем правую, тут было левую. Если надо будет переключиться, возьмете белый цвет и будете бить левую. Начинайте там. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Способность 5 секунд. Смотрим. Ничего не меняет. Способность, секунду, смотрим. Берем белый. Другой взгляд. Что тебе угодно? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания!
Ну, если носишь выбор, то ролишь. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я заслужу смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Идем к боссу. Так, Деламель, я кто уголы, танчат трэш, заскорбит босса. Так, Аркона там знает, как хилить, да? Подбегаем к боссу. Чекаем. Запускай. Это место станет вашей матерью. Трэш убивай. Убиваем трешечку. А вот и гость. Бьем маленьких кораблей. Как и обещал, господин. Жуков под босса убиваю, потом скоробей задут, жуков убьем. Сначала жуков убиваем больших. Жуков убейте, не босса, жуков сейчас убейте. Танки заберите босса. Последний уж когда ему стан, давай бер. Почему он рейд ели? Не хильте рейд. Один радрук хилит. Хулипал там. Поменьше хильте вара, почему на фузе хилит? Так, на ИП кто-то перезаходит. Я понял.
Заходи. А куда тебе заходить? Давай. Ливнуть забыл их на бессунели. А что там все равно?